Папа Римский Франциск от имени Римско-католической церкви попросил прощения у всех бедных, от которых зачастую отворачиваются христиане, и призвал их сохранять человеческое достоинство, сообщает РИА Новости. «Прошу вас прощения от имени христиан, которые не проживают Евангелие, когда встречаются с бедностью. Прошу прощения за все те случаи, когда христиане перед лицом бедного человека или ситуации бедности отворачиваются в другую сторону. Ваше прощение, мужчин и женщин церкви, которые не посмотрели на вас, является для нас благословенной водой. Оно помогает нам верить в то, что в сердце Евангелия находится бедность, как великое послание для всех нас», заявил понтифик в пятницу в ходе специальной аудиенции, в которой приняли участие около 4000 бедных людей из 22 стран. Нынешняя аудиенция для так называемых социально исключенных людей состоялась в Ватикане в рамках юбилея милосердия, который по решению Папы Франциска отмечается с 8 декабря 2015 года по 20 ноября 2016 года.